Нападал. А, да похуй, мне башка нахуй нужна. Вот это пидорская. Мне древко было нужно. На итам левел, если честно, никому не надо, и на итам левел. Да, ну мне древка было нужно, блять, и. Ну, Петринка, может, попоролил, но не факт. Ну вот все эти роли протики наши. Так стоит. А, да, Варстайл, мусор, голова. Так, нам куда сейчас? Вы знаете? Нам на лестницу. Вот этих мобов возле лестницы убейте и поднимаемся по левой лестнице. Поехали. А ты, кстати, одень ее, что-то, ну, типа, находишься. Она же лучше, чем твоя. Скипаем три этих, три моба. Кто там? Стоял? Да. Она же РСТ лучше, чем твоя. Ну, типа, тебе лопки же заебись заходит в один. Крит меткость, то есть. Ага, понятно. А ты знаешь, как Арстайл тебе ретрика собирает? Я не знаю. Просто фулл лодку съебаш. Нет, имею в виду, в каком порядке шмот себе выбивать на ретрик. Ты Т8 берешь сам последнюю очередь, ты в курсе? Ты до того в Т7 ходишь. А потом токены себе выбираешь. Потому что Т7 сильный. Не нужно было больше ходить. Так, я эпету уберу. Не, можем, в принципе, убить, если хочешь. Да не, я аккуратно. Бля, какой. Я он злой, бля. Схуяли бы Т8 не было. Там next boss, это уже токены с них падают. А что вместо Т8 будет, по твоему мнению? Т7.5 какой-нибудь. Сань, дай мне это спидерфолк. Мы, короче, значит, били тело, и все. Ля, какой. Кого Макс тебе дать, не помню? А мне Саня уже дал. Ты сказал, Саня, дай мне фласку. А мне Саня ждал. Ага. Сопрот все выпить. А, Саня, сопрот? Все пропить. Да, ну, сопрот. Давай сопрот. У меня нет сопрот. Ты как хочешь бить? Ну, два танка через руку, правда. О, спасибо, Саня. Там что-то. Не, не 5, ебать, да, 4. Там что-то с осколками с этими было. Я все отдал тебе, бля, которые есть. Там, короче, осколки по 120к, которые очень сильно дамажат, поэтому если у вас есть сильные РДДшники, которые зальют эти 10 или сколько их там осколков за время жизни бомжей, тогда окей. Если нет, то играйте через тело, а то вы сдохнете. Урона слишком много. Мы через тело играли в одного танка. То есть смысл в чем? Когда ты убиваешь каждую руку, у босса отнимается 15% хп. Поэтому мы играли в тело, сносили ему до 35, после этого начинали подбивать руки, играя через тело. И все. То есть убили руки, и он сам сдох. Еще и ачивку получили. Нюанс в том, что когда он кого-то берет в руку, у него работает поглощение. То есть если навесить очень много долгоиграющих дот, то рука умрет раньше времени. Поэтому с дотами поосторожнее. Вот эта правая рука, которая подписана, она хватает человека. Чтобы его освободить, нужно 100 тысяч дамага нанести. И через сколько там, 15 секунд он умирает. Свечиться нужно и миликом, и РДД всем. И Войд, встань, пожалуйста, вот там слева на эту ватрушку несчастную, чтобы РДДшникам показать, как вставать. Ну, вот это ты имеешь в виду? Да, то есть вот правее еще, которая. Да? То есть вот ватрушки к боссу идут, и РДДшники по ним должны разделиться. И когда вас берет, на вас идет взгляд, нужно просто будет выбежать в центр и не попасть под урон. То есть тем, кто стоит ближе к боссу, это нестись к выходу, а тем, кто стоит ближе к выходу, просто подбегать к боссу. Ну, типа так, чтобы луч вас не дамажил, но при этом не нестись, сломя голову. Просто чтобы было куда выносить, и никого не задамажили. А так просто играете в тело, когда кого-то берет в руку, бьете его руку, там столько урона надо нанести, и обратно фигачите в тело. Ну тогда надо ретриком мне, да?
Ну, получается, ретрики и те, Саня, кто... а ты как? Расскажи, ты ну, я как бы 25-ки побили. Ну, просто время терять. Ну, так-то лут с него не поменяется, если что. Ну, как хотите, ну, знаете, так-то тоже танка, надо. Блядь. Ну-ка, Саня, рассказывай, как. Ну, смотрите, играем в два танка. Один танк танчит босса, постоянно в мелизоне должен быть. Бьем всегда правую руку. Когда правая рука умирает, играем в тело. Вы стоите дугой, типа вот посередине между боссами, там, где мы сейчас стоим, плюс-минус посередине стоите дугой на рендже. Если вас кидается луч, вы убегаете из тени и просто убегаете от него. Ну, то есть, типа, вы, грубо говоря, вот сейчас стоите в центре, на вас кинулся луч, вы подбежали сюда к стене и пошли вот так его выносить. Он кончился, вернулись на свое место. Когда правая рука умирает, спаунится мобы, второй танк забирает их, отводит. И все, сейчас, сейчас покажу, куда. Вот сюда просто отводишь их от нас, от миликов, и РДДшники АУЕ их заливают. Вот, а, давайте принципе, попробуем, хули, а потом, если нет, то в тело просто будем играть и все. Ну, давайте так, попробуем в два танка, а там, да, если что-то не пойдет, то... Нечаянно ты в сове? А, вижу, конечно. Ну, каждые 25 секунд кастуется АУЕ дамаг. Сейчас там ДЦ есть у нас, считаются. АУЕ. Свобода ДЦ. Саня, есть саппорт? Да. Кому дать тесу? Да, один, пожалуйста. Да. Кому еще саппорты надо? Че, я на боссе буду, да? Да крикну, крикну. Все, у всех саппорты есть. Да, Женек, всем, блядь, пить саппорты. Ну, сказали же. Че, я на боссе? А, да, оставить от саппорта. Кто АУЕ мобов лучше забирает на себя, тот пусеет. Ну, Пал, скорее всего. Варп, скорее бы, станчит Сандер. Тотем ставить от сил природы? Да. Все саппорты пропейте. По таймеру пульнем с припотом поставь. Сейчас дам ДБМ пул. Шаман. А тут? Тут только тело танчится? Да. А Герас пула будет? Да, сейчас подойдем, когда дадите. По правой руке играет, вот танчишь тело. Станьте дугой на рендже, он слишком близко стоит. Саня может чуть левее отойти. Типа от них не убегать, да? Да, от них убегаешь. То есть вы можете подойти чуть-чуть ближе к подбоссу на одну ячейку и просто типа даете стрейф назад и бегите в сторону. Когда рука умирает, все милики отходят вправо, потому что там появится трэш и играете потом по телу. Сейчас она умрет. Право уходим, пал трэш сразу собирай, готовь. Дайте ему наагрить, отводишь туда. Все, заливайте АУЕ. Только, держи, да. Только под смерть мобов отдай прожимку одну какую-нибудь. Их, ну, так-то не вытянул. Да я от луча, блядь, бегал, видел? Ты спиной там. И нарш друет по блесту. Дайте какую-то пружинку, не знаю. Я прям зубы знал, уже в тебя. Пока появится, обратно играем. Сова, сова. А лучше еще больше дамажит? Что-то не дамажит.
Ну, там, типа, вы просто успеваете убежать, там, не уходил. Если вы будете стоять, то, а так он... Когда ты бежишь, то даже если тебе кажется, что он идет прям под тобой, он не дамажит. Рука, я понял. Блять, неудобно бить босса, у него такой, блядь, инкаунтер. Типа он там прям культяпка бьет. Чисто культёй нахуй. У нас он вообще боком повернулся, блядь. А я в руке. Шаман, пойти. А вы катаете сейчас, да, что-то выбросили. Ебать, он меня выкинул, как мусор выйдет. Шаман, давай. Ходим вправо после смерти руки. Там, Шаман. Че, в босса доигрывать, да, можно не свечиться? Ну да, наверное, успеем. Что он потанчит. Я не знаю, сколько не бьет, но допейте ему вов лучше. А потом добьем босса. А, блядь, лучше ебет постоянно. Можно Геру дать, я думаю. А Геру в пулаешь говорил дать, мы бы уже убили босса. Давайте Гер. Не, просто, чтоб наверняка убить. Похитки, по-моему. Ревно стоит. 700 тысяч там, смотрите, не уроните меня. Бегай от них. Он мне в руку взял, пидорас. Типа, я ебу там, блядь. Упал, сейчас умрёт, ну типа... Прожмись. У него просто 55 стаков уже. Я же ему говорил, добейте. Подходи ко мне, я масс таунтом заберу. 180к, 140, 130, давайте, 100к бейте. Подбегите в миллизону с трэшем. Да все, убили босса. 50 тысяч, 30, 25. Задрочили, пала бедного, задрочили, блядь, заставили бегать, блядь. Но мусор наебать. Выясните. Пиздец. А где? Еще кто же остался? Баба осталась. А, баба. Там кошатница. Алкашатница. Блядь, вот тут нахуй нормально, 150 УД, бля, за десяточку, бля, сюда нахуй, блядь. А сколько УД дали за этого, за совет? Ну, тоже соточку, наверное, дали. А, надо с друидом ходить нахуй УД вот так. А вы ересите меня, не, блядь, ребят? Да, блядь, наверное. Меня прикалывает некоторые шмотки. А там портал прям к этому. Вы можете встать и портануться, mm-hmm. Прям сюда портал есть. Понял. А чё упал в босса вообще? Хуя. Там кольцо? Кольцо там? Там. Дух меткости. Давайте если там... еще босса убьем и потом уже паролим. На этом левел тогда можно было. Тут вообще, тут типа лут на ткань вообще нету, блядь. Тут лут на, блядь, ну, не на ткань только. Аурики. Метка из дух, ну ебаться, сраться, вот камон вообще. А чё, мобы обходятся? А чё ты по ней работает-то, блядь? А по, работает. Сломали. Чё, вы с этой стороны бьёте? Двух мобов. Типа ебать. Этих двух мобов этих убить нам надо, одного сагрей, потом второго. Сейчас где баба идёт. Пофиг на нее. Пускай. Не, ну просто. Ну сюда. Сюда. Дай мне вот таунт моба этого первого. Все, и тут убьем его здесь. А если баба придет. Придет, она придет. Не придет. Она, короче, ну, типа, она типа босс и типа трэш, короче. Который ходит просто. Это босс. Типа сложно, нет? Нет. Значит, трэш. Да, не, просто она так ходит, как будто самый чистовый в Наксе. Патруль ебаный. Ну, по сути, она и есть трэш. Вроде. У нее кошки эти ебнутые, хуячат очень сильно.
тагами шаришь тут этот. Ярость берсерка нажимать перед костом. С визгом. А этот криком на страх будет она давать. И потом после него сразу будет давать АУЕшный каст, который всех шотает. Тебе надо будет его сбить щитом. Ну, в принципе, вроде понятно. Но там я посмотрел, крик 90 тысяч урона. Ну да. Нет, не тот. Этот просто все под мордой стоят, они его делят, типа метеор. Урод делится на 10 человек. Сейчас, жди, сейчас нормально объяснишь, и это... Они в двух словах. Пишите, ну, здесь, где? Вот сюда, в сторону. Ну, кстати, когда мы пульнем босса, то паладин заберет босса, вар заберет всех кошек. Нам надо будет сначала убить всех кошек. Кисик, ну что? Так, ну смотри, под звиски я сдаю ярость берсерка, это ладно, это понятно. Не, подожди, не-не-не, сейчас я... Не надо, просто дайте протопала в пати с шаманом, и все, и Саню туда. И он поставит тремор, пока я буду ставить, и все. Раз в 3 секунды снимает фир, по-моему. Тремор. Через ярость беседка будет понадежнее. Да, но... это я умею называть. Это я с Аниксе еще научился. Сейчас я тебе название линкану. Да, я все скиллы посмотрел. Ну, ультразвук вот это как с чопера, типа, это просто рейд под... Да, под я подбор. Понял. А там один страх вот. Дает, а один АУЕшку. Так, а что еще, говоришь, нужно кроме этого сделать? Сейчас я сам открою. Я кошек заберу, короче, под блоками. Все, мы спулим босса, Пал будет держать босса, вар кошек. Убиваем кошек, потом Пал держишь босса в квадратике. Лицом, чтобы он был типа лицом смотрел в нас, весь рейд стоит в крестике. Когда спавнятся маленькие кошечки, просто их АУЕ заливаем под боссом. Когда спавнится большая кошка, вар, таунтишь ее и танчишь здесь. Задача убить ее, когда она будет вот, ну, на варе. То есть она прыгает, делает рывок как вар, кусает вас и обратно возвращается к вару. То есть ее надо добить, когда она после рывка. Добили, она повесила лужу, потом следующую кошку так же самое. Все, цикличный бой. Мы просто стоим под мордой и бьем босса, и все, Пал танчит. Вар будет просто эту кошку забирать, и там ее будут РДшники убивать. Подожди, а с пула мы сразу становимся в крест? Нет, с пула Пал просто заберет босса, поставит его в квадрате, а ты кошек будешь танчить вот тут в луне где-то. Мы их убьем, и потом туда пойдем в крест. Все, ничего сложного. Там по ходу дела скажу, так что там ничего страшного. Геру с пула можно дать, чтобы кошек убить. Всегда угорал с тактик, когда людям надо в углу стоять. Шаман в крестике поставишь тремор и все. Там Саня фервард можешь давать на воин диспел. Сейчас она вернется назад и с пулями. Войда можно, в принципе, тоже в пати с этим, с шаманом. Да, он-то тоже танк. Женька он поменял. Женек, смотрите, она кастует АУЕ фир, после этого фира сразу идет каст. То есть, когда у вас сбрасывается фир, вы сразу должны сбить каст. То есть, ДК собьешь там или кто-то другой. Но я могу на вайре сбить. После фира сразу же идет каст. Он там кастуется долго, так что там времени хватает, чтобы увидеть его и сбить. Что делать не надо. Аурики, аурики. Маз кто работает этот страх? Она легкая или сложная? Чему это? Да сложная. Ой, легкая. Сложная. Да, там главное кошек убить и все. Невозможно было просто. Пулями сразу всех шатает. Угу. Пули? Значит, похоже на Реву, на Фаскаре. Скоржан. Да это она и есть. Сейчас просто вар пулит всех, типа ты, Пал, просто заберешь босса с него и все. Блин, она дергается, пиздец. Хой.
Дерганы сидят. Да-да-да. Паладин, забери босс. Кошек луну поставь, убьем. Давай, Гера, убиваем кошек. Это мы это чуть босса не забрал. Ты кошек побей. Да я босса танчу, блядь. Ты кошек побей. Офигеть, меня ничуть не шотнули с пола. Убивайте кошек, сразу все бежим в крестик, туда под морду босс. Уже побежал. Каз сбить, шаман, ты темп ставь. Под морду ставим. Просто стоим под морду. Пожал нахуй, а у нас еще дебаф нахуй не скинулся. Их просто ауе заливаем мелкий. Вар большую забирай, РТД по нему работает. Да, да. Выведи отсюда, вар, выведи. Все, РТДшники, бейте кошку. Все, добивайте сейчас, подождите, стойте, стойте. Вот сейчас добить. Поздно. Стоп. Надо уводить. Уводи. Переведи ее. Босса переведи. Женек, ты че в луже-то стоишь? Поставь сюда, смотри. Паладин, сюда, в другой угол переведи. Блять, да встаньте лучше под морду и уводить долго. Она медленная, блядь. И все, хули вы ебетесь. Уйдите оттуда, встаньте ей под морду. Уйдите, там просто через фирмы в луже будем стоять, если... Нихуя уже побежали. Под морду обратно сбегайтесь. А на капке какие-то раз. Ты просто смотри, большую кошку держишь в мили-зоне, когда у него уже там процентов 20 хп, просто на максимальный рейндж уведи ее, и все, я не добью ее после рывка. Сейчас будет рывок стоить. Все отлично. А в 25-ке, Сань, что, две кошки или как? Четыре. Четыре, или даже пять. Или четыре. Ну, мы в 25-ке убивали, типа, что мейн танк забирает одну кошку и босса, а другой танк три кошки. Они там ебут пиздец. Типа, тут главное быстро кошек убить, остальное, типа, там такая же тактика в 25-ке, как и тут. То же самое можно делать. И там левел можно только. Хотя, я не знаю, она прибавит. А мне, дайте мне ее на шипе. Лучше Саньку надо. Все, Ро? Ро, да, ну все, как бы можно закрыть дальше, блин. Все, парни, спасибо вам большое. Удачи. Да, все, давайте, всем пока. Саня просто сразу тоже сливается. Тебе нужна новый гудак? Мне нет. Где он, Исенку? Да хуй знает, да нет, наверное, по сути это дело. Отдам тебе. О, колечко, подожди, это откуда кольцо? Отсюда. Ну, там, с предыдущего босса. Мне надо, вот я у себя хочу взять, у него кольцо 200, дайте мне, пожалуйста.
Он наблюдается. Да, конечно, с древком наебался, но нормально. Значит, две сверки, да? А чё его в луте не видел это кольцо, блядь? Чё за хуйня? Я в луте не видел. Ты умер, нахуй, но это с Калгарана. Это с предыдущего босса. А, подожди, это меткость, бля. А ты думал, что это? Да, это меткость. Сука, я думал, это, блядь, что-то не показалось хоста. Ну я тогда на этом левел возьму, если никого не надо. Или надо кого? Если надо, могу дать. Только если только сове, может быть. Я... Сова тебе нужна? Нечаянно. Вот я забыл, парни, а там сапоги хиловские же падали. Не забрать их никак? Да. Уже. Ну, смотри, почему. Вот они сейчас, эти. Крит МП5? Да, кольчуга Крит МП5. Ну да, можно забрать. Там два раня надо дать, тогда стоит. Сейчас я зайду в игру. Да, мы тебя присмоним, да. Давайте засмоним просто. Да, но ОД так нормально прилетает, кстати. За F4 вышел. А. Ну, я захожу уже. На шкаф тыкните, алло. Еще кто-нибудь. ОД прям прилетает добро. Женьку. Прям самое этот, Сани, с F4 сферы, думаю, что ты не дашь эти две на ханта сделать. Да. Короче, сейчас вообще все сферы, абсолютно все в ГБ, блядь. Ну, или вообще, Саня, давай ты, блядь, себе какой-то в банк себе будешь ложить, чтобы никто их не брал, блядь. И будем крафтить кому что надо, по-нормальному. Слип, ты что сделал со сферами, кстати? Я продал их, но... У нас, получается, они деньги стоят. Нихуя. Сейчас не профитно их вообще крафтить, там, потому что, блядь, когда... Там, короче, продал. А сколько? Слышишь, ты, Саня? Они по 6,5 ушли. Там есть у тебя канал какой-то закрытый или нет? Что есть? Что? Сейчас, спасибо. Закрытый канал есть у тебя какой-то? Я тебе зайдем, чтобы я тебе скажу, как. Да, сейчас я зайду. Ну сейчас. Пойдем, подожди, сейчас, я сейчас перекину. Алло, съемки. А, я не могу его перекинуть. Сейчас перекину. Ну, болталку кидаем. У нас получается поясок кому нужен, типа. Ставите. А там все, больше нету лута, пацаны. Что? Спасибо всем.